Студенты Одесской юракадемии пройдут стажировку в престижных юридических компаниях Швейцарии. Юноши и девушки, прошедшие серьезный отбор внутри вуза, накануне приняли участие в собеседовании непосредственно с работодателем. Со студентами общался почетный консул Украины в Швейцарии, учредитель и владелец адвокатского бюро Йозеф Болак. Он является почетным доктором хонорис кауса Одесской юракадемии. В 2001 году доктор Болак впервые посетил университет и учредил программу стажировки в Швейцарии для студентов и аспирантов. С тех пор несколько раз в год по этой программе представители юракадемии выезжают на бесплатные стажировки. В первую очередь у кандидатов на прохождение стажировки в Европе проверяют знания иностранного языка, а также уровень профподготовки. Собеседование проходит очень позитивно, человек располагает к себе. Основное условие – это знание английского языка и, наверное, можно так сказать, хотение, желание помочь, привнести что-то в свою страну и научиться чему-то новому. Большой заслугой юридической академии является то, что она дает своим студентам такую прекрасную возможность поучаствовать в международных проектах и набраться опыта. У нас университет сотрудничает с очень многими университетами за границей, в Европе в частности, и вот эта программа тому доказательство. Хотелось бы еще поблагодарить Сергея Васильевича за такую возможность, что он нам предоставил возможность стажировок и даже в некоторых случаях обучения за границей. Отмечу, что вуз тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским судом по правам человека, различными отраслевыми международными и межправительственными организациями. Многие годы студенты Одесской юракадемии проходят практику и стажировки в ведущих юридических фирмах Европы и мира. В университете действует уникальная программа, по которой студенты с первого курса могут выбрать язык обучения – английский, немецкий, французский, испанский и итальянский. Вуз продолжает расширять зарубежную базу учебных связей. Сотрудничество происходит в двустороннем порядке. Юракадемия открыта для лекторов и студентов из-за рубежа. В свою очередь, представители Одесского вуза всегда востребованы в европейских университетах.